Этот влог сейчас. На самом деле я сейчас сижу его монтирую, точнее доделываю монтаж. Это все потому, что я не записала приветствие в начале этого видео. Рассказываю немножко предысторию. Мы поехали сначала с родителями гулять в центр, потому что он нереально красивый. И я хочу поделиться с вами своей прогулочкой. А потом в конце видео будет просто такое, что нереально интересное. Я думаю, многие этого ждали. Поехали! А ты тоже типа стол возле Мишки? Ладно, пошлите дальше. Прилипли. До меня дошло прочитать, что на этой футболке написано, что рождественские калории типа после праздников несосчитаемые. А я думала, неубираемые. Если бы был бы снег, была встрига какая-то. Давайте найдем глинтвейн и давайте тогда возьмем по худоку и покушаем. Много всяких вкусняшек тут, кукурузки, шашлычок. Шашлычок мне не особо хочется, мы же только кушали. Что ты глинтвейна хочешь? Я себе один и вы себе берите. Полчаса, Диан, крикнули бы. Ты будешь полчаса? Да, вон, если... Привет. Пахнет, привет, с Новым годом. Привет, привет, с Новым годом. Вы здесь сами втроем? Да, сами втроем. Диан, на денежку, бери кукурузку. Решил венца на травках, да, пахнет? Мы не пьем водку, мы пьем только такое слабенькое венцо. Диана пошла себе покупать глинтвейн безалкогольный. С Новым годом! С Новым годом было идеально просто. Не, ну мы же не перфекционисты. Ну, просто все будет хорошо и замечательно. Смотрите, меня надурили. Цель написана, маленький стакан, да? Да не, я не в том дело. Я хотела хороший стаканчик, чтобы взять его без крышечки, чтобы он был бумажный. Но, блин, но, да? Все равно там пластиковый снизу. Да, я потому вижу. Что они в другом не продают. Они говорят, вот типа для алкогольного. Приятного, с Новым годом! Класс! Боже, как же это страшно! Поедете? Там не обкакаетесь, нет? Самое главное, что не обкакаетесь потом. Не, наушники давай сюда, потому что они у тебя улетят. У меня второй наушник, у тебя? У меня второй наушник. Давай, мне дай мне свой телефон, я хочу снять. Влад, если улетит мой телефон, не улетит. Я тебя убью. Тогда мне купишь Apple. Давай, давай. А пошли они кататься на американских горках, я не любитель. Пусть получат немножко адреналинчика. Взяли мой телефон, типа будут снимать. Блин, так переживаю за свой телефон. Я надеюсь, что будет все в порядке. Так, давайте посмотрим, как трусятся это ваши это колени. Я ракета бомба? Я так испугался, я не знаю, что. А ну покажи свои штаны, ты там не обкинул? Нет. Смотри, там мокренько, смотри. Ё-моё. Аж камеру потом сряду, а я переживала больше всего за шапку. Я вообще не переживала за шапку.
смотри. Федора переживал, как выйти отсюда живым. Нет, он никогда не переживает. Он если едет на скутере на море, может бейсболку потерять. Да. Нефиг делать, блин, да. А ну как ты там верещал? И так орал, я думала, блин, кто шарил? Позорит. А вы на самом последнем месте сидели? Да. Американские горки, ребятули. Ребятули, американские горки. Слушай, он только... Я вот так телефон прижал к себе, поняла? А я смотрю, не снимает, думаю, ну все. Фенька, это я слышу. Чисто. Вадик, мы идем в ресторан? Хорошо. Окей, давай. В ресторан? Мы хотим, да, легко. Немного подъесть. Не, ну Диана погнала, все, она погнала занимать очередь, только надо еще где-то столик найти. Смотри, он просто скажи. Мы дома. Тихоня, ну давай. Что, давай дойти уже, вызвони. Пойдет. Смайкомит. Холодно на улице, ребят. Теплее одевайтесь. Я была в шарфе, в капюшоне, в еще одном капюшоне. Я вот думаю, сейчас 8 вечера. Сил у меня, конечно, немного, но заниматься, тренировка отменяться не будет. Я решила, что я не настолько слабачка, чтобы отменять все эти тренировки. Кстати, каждую свою тренировку я записываю на телефон, на видео. И всегда выключаю свет. Вот я люблю вот эту атмосферу, когда я включаю музыку на iPad'е. Я вам даже сейчас покажу свой плейлист специально для тренировок. Я всегда наливаю себе стакан водички, потому что мне может захотеться пить, но пить особо много нельзя. Пью я немного, но пью, потому что как бы все равно пить надо. Я знаю, что нагрузка на сердце в этом плане идет, если много пить, но я стараюсь пить немного. А вот мой плейлист для танцулек. Можете скринить. Это все песни, под которые я танцую. Я стараюсь проходить весь полный плейлист. И эта тренировка у меня выходит на час примерно. Но некоторые треки я все же пропускаю. Вот этот, допустим, пропускаю. Вот этот пропускаю. Половину надо поудалять и добавить новый, потому что просто они уже для меня не актуальны. И начинаю тренировку. Я сделала тренировку, но она у меня была где-то 30 минут всего. Хотя обычно она от 40 у меня начинается. Сейчас надо уточнить, со скольки завтра работает каток, потому что я просто нереально хочу пойти на каток. И завтра я буду учиться, много учиться. Переодеваюсь, хочу закинуть, стираться вещи и буду ложиться спать уже. Вот такое вот перевоплощение. Безумно классное. Сейчас немножко поработаю, пообщаюсь с менеджеркой по инстаграму. Отправлю кусок этого видео на монтаж, потому что его надо сразу начинать монтировать на влоговый канал. И я почти что спать. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right. Идеальное утро это для меня, когда вот так. И еще один штрих. Это идеально. Тосты с авокадо, плавленым сыром. Также я сделала себе две сосиски, но я не уверена, что я их буду, потому что не особо хочу. И чаек. Доброе утро. Опять наш первый снег выпал. Идем в этот воскресный день забирать клетку, которая должна была еще прийти нам перед Новым годом. Идем вдвоем, потому что она огромная, большая. Сама я не дотяну. Заодно мы прогуляемся. Вот такой у нас снежок. Немножко, конечно, все тает. Придем на почту, рассмотрим нашу клетку и заберем. Я думаю, там еще гамаки, тарелочки. Две посылки, они были отправлены, в общем, за два раза, там, с разных магазинов. А вот здесь должны быть вроде как гамаки с другого города, давайте открывать. Один гамак зеленый, блин, я ожидала, что он будет такого цвета. Вот такая вот картонка, на которой гамак. Мне сказали, он там какой-то каркасный. Давайте посмотрим, что это значит. О боже, он такой мягкий, это просто, это капец. Прикольно, смотрите, как он вешается. Я не думала, что он настолько огромный. Они не наедятся, вот этих штук. Вот эта штука, я понимаю, отстегивается каким-то, да, образом. Тут достается картонка. Прикольно, он офигенный. Я не ожидала, что он такой крутой будет. Давайте посмотрим сразу второй, каких он размеров. Ну, он обычный. Мне главное было, чтобы он был большой, чтобы сюда потом в будущем помещалось две крысы. Потому что они не будут все время такими маленькими, как сейчас. Давайте я вам, кстати, их покажу. Вот они мы.
Да, красотка. И ты красотка. Уже так выросли, особенно белая. Вот такие вот огромные прутья. Она огромная. Что у нас тут? У нас тут верхушка. Куда мне такая? Прикольно они упаковали. В двух вот этих штуках от скотча находится мисочка керамическая, потому что, чтобы они не переворачивали свою. В общем, тут две вот такие вот деревяшки. Ладно, сейчас вам их покажу. Потом вот такая вот лестница одна, еще одна лестничка. И вот два этажа. Тут даже, блин, заходы. Ну и два этажа, которые потом в итоге, я так понимаю, надо будет прикручивать или не надо будет прикручивать, как они вообще держатся. Я тем временем пошла мыть вот этот вот поддон. Просто эта клетка, этот поддон огромный. Сравните его с моей ногой. Они отсюда не вылезут, я переживаю. О боже, я это сделала. Это клетка просто размером с мой рабочий стол. Я ее собирала и пересобирала раз, ну, 5 точно. Теперь мне надо будет повесить гамаки сюда сразу. Домика пока нет у меня, потому что мы не нашли хорошие. Были все какие-то слишком ужасные или деревянные, там торчали постоянно деревяшки. Вот. Фух, я просто устала. И давайте будем это устанавливать. Вот этот гамак я хочу повесить на вот этот верхний этаж, ну, как домик. И надо коврик, надо коврик. Я посмотрю позже коврик. В общем, смотрите, на нижний этаж я повесила гамак. Вот такой вот каркасный, который... Они нормально, короче, сигают. Вот туда я поставила корм и уже ест. На среднем этаже ничего нет. Просто у нас нет домика, потому что я на средний этаж, скорее всего, поставлю домик огромный. И на верхнем этаже мне повесили гамак. И временно это будет выглядеть вот так. Наверное, на ночь я их пока не буду оставлять здесь, потому что малая просовывает голову вот сюда, в эти прутики. Но пузо у нее не пролазит вроде как. Им главное поесть, и все. Я так понимаю, девочки уже освоились, сама уже залазит на третий. Доперла. Да, я увидела ее, это так. Сейчас будет фокус. Разгулялись как-то. Ну, давай, я здесь, я здесь, я здесь. Смотрите, оп. Другой. Еще раз. Все, ты что-то так... Нет, ты не дубишь. Она даже не втягивает живот. Она такая худенькая. Конечно, этой Снежке надо втянуть живот. Она сюда в дырку не пролезет. О, гамак, да. Давай, запрыгивай. Вот это да. Нормально. Нормально, молодец. Ты чё?